Тирасполе выбрали лучший голос Приднестровья. Гран-при у Елены Бабок из Рыбницы. Она исполнила песню «Плай». Музыка приднестровского композитора Виктора Зеленского. Всего 16 исполнителей со всей республики. Кроме гран-при, еще трое лучших. Первое место у Надежды Свинобой из Каменки, второе у Дмитрия Кадына из Тирасполя, на третьей строчке Дан Васильев из Дубасар. Оцениваем сценический образ, оцениваем то, как понимает конкурсант содержание песни, которую он исполняет. Оцениваем, конечно же, технические возможности исполнителя. Оцениваем умение держаться на сцене. Конкурс «Голоса Приднестровья» проходит раз в два года, следующий в 2025.